Дом на Образцова 19А строится по областной программе переселения из аварийного фонда. Более 10 миллионов рублей выделяет фонд содействия реформированию ЖКХ. Почти 15 – средства области. Еще 4,5 – доля городского бюджета. Генеральным подрядчиком здесь выступает архангельская компания «Оптимстрой». С 1 декабря мы приступили к работе. Дом является заводского изготовления из каркасно-панельных конструкций, которые поставляются заводом-изготовителем города Архангельска, компания «Беломорский лес». Еще месяц назад на этом месте был один фундамент. Сегодня готовность объекта 30%. Достраивается второй этаж, всего их будет 3. К середине апреля подрядчик планирует подвести строение под крышу. По каркасной технологии в этой компании строят давно, по крайней мере, так говорят ее руководители. Но на слово в таких делах обычно не верят, тем более, что на местном рынке фирма новая. Потому ее работу постоянно контролируют, и, похоже, не зря. Например, сегодня выяснилось, что строительство дома ведется с отставанием от плана недели на 3. Наша задача – это контроль за ходом строительства по срокам. Пока на сегодня есть небольшое отставание, но сейчас мы договорились о том, что в ближайшие 2 месяца это отставание нагонит. По словам подрядчика, отставание от графика связано с тем, что все силы в последнее время брошены на доставку стройматериалов из Архангельска. Ведь потом дороги будут закрыты. Хотя, может, дело в отсутствии рабочих. Сегодня, в разгар трудового дня, ни одного человека на объекте мы не встретили. Причем вход внутрь дома почему-то был заколочен. В любом случае, успеть сдать дом до 1 августа в интересах фирмы. За каждый день просрочки ее ждут немаленькие пени. Дом на Образцова 19А – единственный во втором этапе областной программы переселения из аварийного фонда, которая реализуется в Котласе. Под расселение в нее попали 16 квартир, 8 из них находятся на Воровского 27, 5 на Чайковского 4, еще 3 по адресу Жилгородок, КБИ, дом 1. Все они были признаны ветхими до 1 января 2012 года.